голову благодаря своим силовым приемам по правилам и в то же время поддержать шайбу и перенести игру соперников. Также он здорово отрабатывает оборону. Последние секунды второго периода. Харти Кайнен забивает 5-4. Не, я предполагал, что они закроются после перерыва. А в конце периода первого я сказал, что второй период будет веселее. Чутье меня не подвело. И Харти Кайнен автор дубля. Майоров нашел его своей передачей. Ну вот с другой стороны, ну вот это же вот игра у финцев. Они играли...